Так, мы в Лазаревском, да? Сзади дядя Миша Лазарев. Точнее, Михаил Петрович, адмирал. Вот. В общем, мы в Лазаревском, сейчас пойдем искать жилье. Потом пойдем купаться. Так, вот наш номерок, который мы сняли. Вот так вот это выглядит. Вот так это выглядит. Здесь нет, здесь ни душ и ни туалет. Это дверь ведет в соседний номер. Благо, что она заперта с той стороны и с этой стороны. Сейчас я скидываю весь материал, который мы наснимали на жесткий диск. Заряжаю аккумулятор и готовлюсь к следующему нашему путешествию дальше. Вот. Тут даже уже монтируется материал на ноутбуке. Там Анна сидит. Ты что, уже приготовилась на пляж идти? Да. Анна уже просится на пляж. А у меня все еще загар мой. Меня беспокоит мой загар. Свет, ты как тебе спалось? Без задних ног. Без задних ног, да. Спали мы реально без задних ног, потому что вчера у нас было длительные такие пешие переходы. Вот. Но мы не в восторге от Лазаревского. Сейчас еще пойдем прогуляемся попозже до пляжа, искупаемся. Посмотрим здесь парк с аттракционами, возможно. Потому что там тенек есть. Потому что там есть, ну, например, ну, там не скучно, короче, будет. Не скучно. Я думаю, что здесь вообще не скучно. Здесь такое ощущение, что народ вообще не спит здесь, не отдыхает. Здесь такой какой-то Шанхай, народу очень много. Праздник каждый день. Праздник каждый день, везде жарят, парят, танцуют, кричат. Просто неимоверное количество людей. Не смотрят, куда едут. Не смотрят, куда едут, да. И еще в Лазаревском очень быстро работают светофоры, правильно. Зеленый цвет, уже когда мы начинаем переходить, всего лишь 10-9 минут. Да. Ой, секунду. Почти с середины дороги уже приходится ускорять шаг, либо бежать, чтобы успеть. Все гудят, сигналят, выхлопы от машин просто огромное количество. Через город едут транзитом всякие КАМАЗы груженные, от них, можете представить, как от них воняет. Вот. Для того, чтобы попасть в город, нужно пройти либо под железной дорогой, либо через пути, чаще всего через пути, и еще пересечь вот эту трассу, которая проходит, видимо, через вот этот вот край города. Так, у нас завтрак в Лазаревском. Кухня. Вилочка есть, нет? Так, у папы вилочка там. Я ложкой буду кушать. Сидит. Так, еще не выедаю. Наконец-то кофе. Кофе, сгущенка, кекс. Анна. Что там у тебя? Пельмешки? Пельмешки кушаешь? А вон там кот, который хочет кушать. Кот, который хочет кушать. И наблюдать за ними. Света кормит кошку. Офигеть, кормим сыром кошку.